Всем привет! Сегодня у нас уже прошла почти неделя. Мы немножко прокачали наш новый аккаунт. Сегодня постараемся пойти уже на... Какие там у нас уже по счету они? Пятое. На пятое обычное подземелье. Посмотрим, сможем ли мы их затащить или нам еще рановато. Так... У нас, как видите, уже появились землеройки, я их так называю. После недавней обновы наши строители уже могут рыть ямки. Ну, соответственно, это тоже нам поможет в развитии нового аккаунта. Так, что там у нас сегодня по квесту? Так, атланты против. Ну, сейчас можем слиться свободно. Ну, это и случилось. Также мы сегодня сделаем уже 10 тысяч силы. Соответственно, у нас откроется королевская битва. И мы сможем... фармить другие локации. Но только не адский саммит, еще рановато нам туда. Также попробуем пройти волну Е, но я думаю, это будет очень сложно. Все-таки герои еще очень мелкие. Так, ладно. Сейчас мы... Так, что тут у нас есть? Понятно все. Побежали на подземки. Будем пробовать пройти их. Так, что у нас по магии? Раз. Открылся уже метеор. Два. Попробуем так. Юниты. Давайте наймем юнитов. Пусть пока нанимаются. Вдруг они нам чем-то помогут. Так, ну поехали, 5-1, ух ты, 120 уровни, ну не знаю, попробуем по крайней мере, а вдруг дай повезет. Так, давайте хильте тыковку, тыковка, давай разгон уже. Богорома долбанул, неплохо, неплохо. Так, самое главное, чтобы они все кучно бежали, потому что если будут разбегаться, нам очень сложно будет. Будут герои умирать по одному. Ну, 5-1. Затащили. Красавчики. Есть. Побежали. 5-2. Так, тут у нас герои стоят вместе. Можно, в принципе, попробовать. Сейчас они получат разгон. А когда они подбегут, мы кинем на своих защиту. А может и не надо даже защиту. Тыковка их просто вырубает. Мне все-таки придется использовать защиту. Так, где подхил? Подхил дайте тыкве. Хорош. Ну, вот так вот. Тащим по чуть-чуть. Да, благодаря тыковке, конечно, намного проще стало прохождение. Хоть она и не вкачанная у нас, но вовремя дает баф. Так, есть.
Блин, немножко неудобно, они бегают, уже мешают. Так, следующая подземочка. Что тут у нас? О, уже есть. Первый донатный герой — это шапка. Ну-ка, давайте попробуем, что нам шапка скажет. Ух ты! Это что-то было жестко. Ну его нафиг на нее так нападать. Такое чувство, что нас сейчас тыковку сольют. Да. Да-да-да. Ну попробуем, вдруг сможем затащить. Давайте. Так, слейте ниндзика. Есть, слили. Паладина, думаю, друид сольет с гарпией. Купидон. Ну, в принципе, у нас есть феникс. Без проблем должны затащить. Да, двоих героев ушатали. Вот так вот. Это вам уже не первые подземки. Надо все-таки подкачать и сделать 10 тысяч силы. Так, есть. Давайте. Так, что тут у нас? Рановато еще качать. Рассветы. У нас нету кристаллов. Хорошо. Так, 74-й. Маловато. Плюс 29 делаем всех 80-ми. Так, сейчас, в принципе, у нас есть карточка. Мы сейчас откроем просто. Ну, вроде есть, да, есть. Открыли одно место. Сейчас вкачаем зелень, сделаем 10 тысяч силы. Так, блин, вот мешают они. Так, улучшить. Блин, зеленых книг нету. Есть 649, 700. И последний есть. Вот у нас 10 тысяч силы уже, и у нас открылась моя любимая локация. Зависла просто супер. Вот видите, как не дают нам потрешивать. Ну, придется перезагружать. Что делать? Ничего себе, даже перезагружать не дает. Давайте лаунчер попробуем. Даст, нет. Ну, подождем отклика программы. Хочет отвечать. Собака. Так, сейчас перезапускаемся тогда. Не выдерживает Китай нашей прокачки. Так, ну что,
Побежали, открывайся. Вот так вот. Ничего себе, жестко-жестко. Да, вспоминаю этот трешечок. Так, ставим купидончика, гарпию, душика и друида. Пока вот такой вот будет состав у нас. Побежали. Думаю, мы их нагнем. Должны, по крайней мере. Так, есть. Левел 2. Сейчас мы тыковку немножко вперед выдвинем. Вот так будет получше. Ну, побежали. Есть. Так, улучшаем второго уровня. Побежали дальше. Да, давно я уже в этой локации не бегал на начальных левелах, конечно. Интересно, интересно вспомнить то, что было. Так, есть. Забираем первый сундучок наш. И первая рунка. Ну, третий уровень уже. Круто. Давай, давай, тащи. Просвет будем вкачивать первые тыкви, так как мы с нее будем стартовать и в подземках, и везде, чтобы она у нас... Так, есть, улучшилась. Еще одну. Так. Окей, улучшить. Есть. Будем по чуть-чуть теперь собирать кристаллы и постепенно прокачивать просветы героям. Так, второй наш сундучок. И что? Еще руны. Так, тут у нас уже не хватает красных кристаллов, но ничего страшного. Теперь наша задача всех героев будет подкачать. Вон, видите, как тыковка хорошо разгоняет. Подкачать до 100 уровня. И будем дальше тыковку гнать первой. Так, не дали нам, не дали. Давай, давай, тащи. Ой, хорошо, когда тыковку бьют, она разгончик дает, как видите. Самое главное, чтобы у нее был отхил. Потому что без отхила тут будет очень тяжело. Хватит нам, чтобы четвертый уровень прокачать. Так. Есть, затащили. Опять нету, ну. Что ж так нам не везет? Благодаря питомцам стало намного легче бегать по этим локациям на начальных уровнях. Раньше так не побегал бы с такими героями.
Так, есть. Зафармили. Ключика опять нет. Ну, походу, последний наш бой на сегодня здесь. Потому что самоцвета мы пока тратить не можем себе позволить на эту локацию. Так, хорошо. Побежали. Так, нам дали плюшки. Один ключик. Так, есть, хорошо. Где наша тыковка? Качаем ей просвет. Так, не хватает нам маны. Сейчас немножко золота подфармим и маны. Так, хорошо. Блин, внутри мы героями не знаю, но в принципе должны затащить. Хотя сейчас, наверное, ушатает нас ниндзик. Смотрите, как Купидона долбит жестко. Так. Не дайте ему зарядиться. Хорошо, красавчики. А вот тут сейчас вражеская тыковка нам напортачит. Слили друида нашего. Жалко, жалко, конечно. Вот так вот нас слили в рейде. Жестко. Так, еще 10 самоцветов, хорошо. Так, тыковка наша, делаем 9-й просвет и идем докачивать наших героев до 80-го. Так, волны мы пока оставим. Давайте подземочки. Так, что у нас тут дают? 0,5, 0,6. А тут у нас дают 0,15. Не знаю, сколько это надо будет копить, 20 тысяч кристаллов героев, но надеюсь, недолго. Так, хорошо, тут есть, мы зафармили. Так, тут понятно, еще рановато. Так, просвет раз, просвет два. Вот 11 уровень у нас уже. 10103 силы. Вот так вот. Забираем карту выносливости. Тоже ее пока тратить не будем. Побежали на арене, с кем-то повоюем. Ну да, конечно. Сейчас мы его нагнем. Так, еще разок. Надо 5 раз отвоевать. Есть. Что у нас тут? Ну, тут никого нету. Поднялись в топе. Еще разок. Нормально значки почета так зарабатывать. Так, хорошо. Так, какие у нас плюшки? 5 карт дали. Тоже неплохо. Так, забираем значки почета. 5 самоцветов.
попробуем тут потрешивать ради кагашек. Так, раз, два, три. Так, что у нас есть сегодня на выбор? Ожива. Ремка даже есть, ничего себе, и тут ожива есть. Ну давайте так, так. Тут мы возьмем тяжелый удар, ожива, тяжелый удар, ожива. Или даже не так сделаем. Огненная защита, тяжелый удар, ремка, ожива, ожива. Вот так вот попробуем. Так, лед, бочка с ремками. Будет сложно. А может и нет. Сейчас посмотрим. Так, огненная защита работает. Вот смотрите, как хорошо огненная защита работает. Они сами себя убивают. Так, первый готов. Второй. Так, лед сработал. Сразу же получил обратку. Как видите, очень хорошо себя огненка показывает на мелких. Самое главное, чтобы у них отхила не было. Вот, без проблем. Второй готов. И сейчас пробуем третьего. Посмотрим, сможем ли мы затащить. Три с трех. Ну, неплохо, неплохо. Смотрите, что огненная защита делает. Просто супер. Вот так вот. 3 с 3. Плюс 150 кг. Неплохо. Так. Что у нас дальше? Дальше мы идем пробовать покорятель 3. Правда, я не знаю, что у нас получится, но вдруг... Да, рановато. Ну, давайте еще раз. Да, тут нас тоже, походу, сейчас ушатают очень быстро. Да. В общем, рано нам на эту волну. Давайте вторую будем фармить. Пока эту неделю. Там дальше будет видно. Даже тут ушатали. Ну-ка еще. Так, тут затащили. Дайте самиков. Не дали, заждобились. Еще разок. Вот тут сейчас можем слиться. Хотя, в принципе, они зашли с одной стороны, это очень хорошо. Но... Ай, не хватило. Слились мы. Хорошо. Пробуем пройти волну Е. Нет, нереально тоже. Так как уже слили. Сюда бы одного автопрокера, было бы веселей. Друид до последнего стоял. Нет, не катит у нас. Давайте будем пока волну D пропустим. Так, раз. Два. Три. Ну, немножко подкачали еще героев. Так, что у нас по питомцам? Так, ратуша один день. Пока ничего не будем тратить.
экспедиция. И у нас уже открылась также забытая битва, но я не знаю, что мы тут сможем сделать, но попробуем потрешивать. Тут даже нет смысла какой-то там особый состав делать. У нас даже героев на все не хватит. Ну, хотя бы приблизительно. Так, раз, два, три. Четвертый. Дерево с воодушевлением. Ну, смотрим. Жесть. Судя по всему, у нас тут будут первое время. Даже не первое время. Да, нас просто тут ошатать будут. Сейчас мы затащим 5 с 5. Только не в нашу пользу. Да, как видите, тут слабоваты мы еще для этой локации, но ее все равно придется фармить по чуть-чуть, по 10 кулачков наскребем на эволюцию тыкве. Так, ну давайте попробуем вот этого затащить, что ли. Ну, тут, я думаю, тоже. Ну, пока 60-е, но все равно сильнее, чем мои. Да, тут побольше выбор героев, чем у меня, конечно. Интересно, хоть кого-то одного затащим или нет. Так, ну вот 20-е, в принципе, мы должны их сейчас раздать. Так, первые готовы. Сейчас Варна как долбанет. Не, нормально. Первый раз выиграли. Супер. Сейчас две пачки, наверное, сливных. Ну да. Куда там моим к ним? Да, 180-е, жесть, просто жесть. Ну ничего, по чуть-чуть наберем что-то. Самая основная задача сейчас — это делать упор на подземки, стараться их проходить, чтобы накопить побольше ресурсов. Так, хорошо. Побежали, попробуем что-то сделать в экспедиции. Правда, не знаю, что у нас тут получится. Надеюсь, нам там будут давать равных по силе. Ну, почти равные. Так, тыковка, и всех отсюда попробуем. Причем 6 героев, ну, даже не знаю, против черепа. Сложновато будет. Так, прощай, душегуб. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, есть. Не успели, блин. Жалко. Потеряли душика. Будем хотя бы до 50 добивать. Стараться добивать. Надо было через ратушу кидать. Ну ладно, попробуем так. О, вроде нормально побежали на ратушу. Ничего себе, 57%. Это успех. Все, пора выходить. Следующий.
Как хорошо, что на начальных аккаунтах нету стрелков тут. Но от стрелка я бы не отказался. Так, вышли. Дальше. Ой, ничего себе. Жесткий. Видно, что давно уже играет. Да ладно. Вы гоните. Ну, где отхил? Жесть просто. Да. Жестко нас посливали. Рановато мне еще на таких нападать. Так, я надеюсь, вы хоть 50% сделаете. Может и больше сделают. Сейчас посмотрим. Так, еще минус один. Блин. Вся надежда на то, что... Ой, хорошо, РС сработал вовремя. Только очень мало. Ой, и Атлант включился. Хорошо, сейчас бог грома. Эх. Да, жестко. Еще раз РС включился. Ну-ка. Фараон, давай. Так, бога грома слили, теперь осталось паладина только слить. Блин, собаку ушатал. Ну, у нас есть карасик, он нас будет по чуть-чуть подхиливать. Так, паладина убрали. Химера начинает долбить неплохо. Думаю, затащим. Сорок три секунды. Ну давайте, соберитесь. 88%, 4 здания, 30 секунд. Да, должны затащить. Есть. Да, вот она соточка. Хорошо. Так, ну что, попробуем просто по трешечку побежать. Тут сейчас нас просто ушатают. А может и нет, не ушатают, ушатают. Маловато отхила. Хотя, в принципе, гарпия себя подхиливает. Плюс карасик есть. Хотя, если сейчас выбежит у нас паладин, он там их всех покрошит. Не успеем мы 50% набрать. Да, все походу. Два. Один. Ну а раз не сдается, до последнего воюет. Ну его сейчас просто башни ушатают. Жалко, тут нельзя ускорялку ставить.
Так, ладненько, хорошо, не будем затягивать видос. В принципе, так, что у нас тут еще кто-то родился. Угу. Вот такой у нас был этот день. Ничего такого, как бы сильно там интересного. Открыли королевскую битву, открыли забытую, начали фармить четвертое, точнее пятое подземелье. Ну, там нам еще рано туда идти. Надо немножко героев подкачать. Все, всем спасибо за просмотры, лайкайте видосы, пишите комментарии. Всем пока.